туплю. И часто это происходит в банально тупые моменты. Вот казалось бы, я закрыл дверь, спускаюсь и думаю о том, как стану великим и богатым. А дверь-то я закрыл или нет? И я возвращаюсь назад, чтобы проверить, закрыта ли она или нет. Дергаю ручку, и дверь закрыта. Изначально этот выпуск я должен был сделать немного в другом формате. Я изучал документацию, исследования, связанные с нашим мозгом. Но, на мой взгляд, эта информация немного сложновата и слишком профессионально звучит. Поэтому я решил вырезать лишнюю информацию и оставить самое главное и самое интересное. У каждого была ситуация, когда вы приходите в магазин, уверены, что хотите купить именно это. К примеру, какой-нибудь сырок. Но когда вы заходите в напитки или в чипсы, вы встаете перед очень сложным вопросом. А какой вкус взять? Или какой напиток взять? Казалось бы, стоит добрый кола, который вы постоянно пьете. Но тут вы видите Липтон, и вы хотите взять Липтон. Но с другой стороны, взять сок лучше. Но почему сок? Почему бы не взять Баунти? Или, к примеру, не взять что-то другое, что-то поинтереснее. И вы долго тратите на это время. Почему же это происходит? Во-первых, вы обращаете внимание на цены. Вы видите, что за 1,5 литра доброй колы придется отдать 80 рублей, а за Липтон 110. И вы не хотите переплачивать у себя в голове. Ваш мозг начинает спорить, что же вам лучше, потратить денег побольше или поменьше. Вкус такой вам больше хочется или такой, побольше сахара или поменьше. И вы просто начинаете сами это разгонять у себя в голове, поэтому не делайте так. Если вы хотите взять колу, возьмите колу и не пудрите себе голову тем, что вы хотите что-то другое. Это реально помогает и это реально работает. Но помимо этого есть и другая проблема, к примеру, с квартирой. Вот вы помните, закрыли вы дверь или нет? Будьте уверены, вы ее закрыли. Но вы просто не запомнили этот момент, потому что задумались о чем-то уже другом, и мозг как бы стер информацию об этом моменте. Вот я и не закрыл дверь. Что же мне делать теперь? Или вы думаете, произойдет такая ситуация? Я хочу ограбить эту квартиру. Если дверь не закрыта, я это сделаю. Он забыл закрыть дверь. Вы думаете, это примерно так произойдет? Вероятность того, что именно в этот день именно какой-то человек пойдет и откроет дверь. Да ее нету практически. Возможность его резиста крайне мала. Поэтому вывод такой. Первый вариант. Если вы часто забываете, закрыли ли вы за собой дверь, у вас сложный выбор в магазине, не нагружайте мозг. Не задумывайтесь о том, какой вам выбор лучше прямо сейчас сделать. Ты что нам предлагаешь? Так нельзя. Это плохо. No profit. No идея. No все. Я не буду так делать. Если что... Это не работает с чем-то грандиозным. Если вы выбираете, поступать вам в колледж или нет, здесь такой способ не сработает. Это работает, если вы хотите просто молниеносный какой-то результат сделать. Там, попить воды, взять пиццу или не взять. Вот в такой момент оно работает. Тогда просто фоткайте. Достали свой телефончик, включили камеру, сфоткали, сняли видео, как дверь закрыта, все, она закрыта. Если вам где-то в автобусе резко вспомнишь, блин, а я закрыл дверь или нет, просто достали свой телефончик, посмотрели видео, все прекрасно, дверь закрыта, все отлично. Третий вариант — это лайфхак и сливки шоу. Сука, это пенка, это пенка! Сделайте какое-нибудь необдуманное действие. Какую-нибудь небольшую такую скороговорку скажите, я вам тут могу в конце видео вам скажу одну небольшую скороговорку, которая вам точно поможет запомнить. Это самые простые варианты, как избавиться от этого намысленного намысливания. Это мой личный опыт, моя личная идея. Моя терапия, моя личная история, то, как я справился с этим. Поэтому, если у вас есть какие-то другие варианты, рассказывайте про них, может, вы кому-нибудь поможете. Ну а всем пока, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на канал в ютубе и не теряйте. До скорых встреч. Это самая надежная скороговорка, которую только можно представить себе. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский лигурировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали, а потом протокол по протоколам, протоколом запротоковал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский лигурировщик речисто да нечисто рапортовал, да дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовал с прозрапогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали, кричали турки, которые начерно обкурили. Трубка не кури, турка трубку кури, купи лучше кипу, пик лучше пику купи. Ну, такой примерно скороговорку вам достаточно будет, все. Этой части вам вполне хватит, чтобы стать умнее.